Шерегеш – молодой, но уверенно набирающий популярность горнолыжный курорт в Сибири. Да, из Москвы на Шерегеш, конечно, ехать дольше, чем на Кавказ, но климат, цены и позитивная атмосфера этих мест уверенно притягивает все больше российских и иностранных любителей активного зимнего отдыха. Как доехать в Шерегеш? Проще всего поехать в Шерегеш на автомобиле, например, арендовать авто в Новосибирске. Но можно и общественным транспортом, ближайший к Шерегешу крупный город Новокузнецк, оттуда ехать до Шерегеша 2-4 часа. Самые дешевые авиабилеты из Москвы и других городов до Новосибирска, ехать до Шерегеша 7-12 часов. Далее из Новокузнецка или Новосибирска на автовокзале покупаем билет на автобус в Таштагол. Из Новосибирска в Таштагол автобус идет вечером и приезжает на следующий день, время в пути 11-12 часов. Из Новокузнецка в Таштагол автобус ходит каждый час, время в пути 3 часа. Из Таштагола в Шерегеш ходит рейсовый автобус 101 каждые 20-30 минут, до Шерегеша ехать 25 минут. Веб-камеры Шерегеша. Ссылка на веб-камеры в Шерегеше СМ. Все склоны здесь. Гостиницы в Шерегеше. Горнолыжный курорт Шерегеш активно строится, с каждым годом появляются новые турбазы и гостиницы. Пока что отелей в Шерегеше немного и они недорогие, поэтому бронировать лучше заранее. Где же остановиться в Шерегеше? Лучшим из недорогих является хостел «Бугель» в 3 километрах от подъемника. Сейчас читают мини-отели в Питере, в центре и недорого. Топ-5 лучших отелей. Если хочется проживать с комфортом и рядом с подъемником, то выбирайте отель «Грюнхоф» в 200 метрах от горнолыжного подъемника и горы «Зеленая». Поблизости от гостиницы есть бесплатная парковка. Вот еще спецпредложения и цены на гостиницы в Шерегеше. Бронировать отели, чтобы посмотреть все варианты, жмите «Посмотреть все предложения». Форум. Советы по Шерегешу. В этом посте обсуждаем достоинства и недостатки отдыха в Шерегеше. Что понравилось, а что нет. Как лучше доехать. Какие цены. Где поселиться. Где лучший прокат лыж и какие особенности трассы подъемников. В общем, спрашиваем и отвечаем на все интересующие темы. Если вы опытный шерегешец, посоветуйте что-нибудь полезное новичкам. Решетка Шерегеш, решетка горы. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.